Живи, процветай, да добра наживай. Так за это и сейчас могут забанить. Я все еще оружие какое-нибудь веселое. Подороже, чем мое было изначально, смотрите. Гляньте на это. Гляньте на это. Видите, они одинаково почти что выглядят, эти навыки. Поэтому так тяжело определить. Бля, там еще один был! Нашего убивает сверху через прострел, через стенку. И еще один стоит здесь. Там было все 4 человека, да, одного только не хватало. Поторопился. Я думал, там 2 было человека. Одного я убил, а второй остался, и вот он перестреливался с нашими. Но там, оказывается, было 3. Бля, нас просветили. Бля, почему оно так кидается постоянно? Он вообще не ослеп. Чувак вообще не ослеп. Ну, я, в общем-то, знаю, где он. Он должен быть где-то здесь. А, вон. Блять, я не знаю, как это произошло. Ладно, я поторопился со стрельбой. Я объясню, почему я так рано вышел. Наших двоих я боялся, он сейчас убьет. Потому что они в открытом пространстве были. Хорош, хорош. Ну, я попал по нему, да, но... Так, они все там. Не все! Там... Как я так посчитал? Там 3 человека... Ну да, там 3 человека было. А один оставался здесь все еще просто. Вот все. Один должен был быть здесь остаться. Эта штука не должна мне вредить же, да? Конечно! Этот человек, который сейчас меня убил, ни одного сраного выстрела не сделал, убив наших двоих. Их убил вот этот парень. Поэтому мне его на карте не отобразили. Или я слепой. Пересмотрите, пожалуйста, повтор. Бля, он сейчас нас перестреляет еще, скажите? Не-не-не. Ладно, перестань перезаряжаться на открытом пространстве. Перестань перезаряжаться на открытом пространстве. Это я себе сейчас говорю. О, они нас всех просветили. Блять, я вышел на заморозку и не мог сдвинуться. Такой прием. Я сейчас объясню, я шел вдоль стены,
чтобы резко свернуть. И, ну, меня не было видно, пока я иду вдоль стены, потому что я прикрыт этой штукой. Но когда я вышел из-за стены, там заморозка была. Нашей команды заморозка. Как это обычно бывает. Так. Я, наверное, кину гранату и пойду в другое место. Потому что там... Эта коза со своей просветкой будет... Не пройти. Ну все, пора заходить. Ну, видимо, не пора. Видимо, вот будем еще. Еще неделю заходить сюда. Бля, ну тут сверху меня сразу хедшотнул. Вы понимаете? Я зашел, убил одного защитника, а наши два человека, которые шли за мной, они до сих пор не вышли из туннеля. Они так в туннеле и сидят. И убили его. Я не понимаю. Надо что-то придумать. Может, с другой стороны реально пойти. О, я заберу себе бомбу. Попытаюсь через А пойти. Ну, не ходите за мной, пожалуйста. Все, я пойду в другую сторону от них. Я просто не хочу, чтобы эта коза ходила за мной, потому что... Бля, она бежит за мной. Give bomb. Не дам я тебе бомбу, ты ее ни разу не положил в игре. Мы в этом раунде уже четвертый раз находимся, мы ни разу не поставили бомбу. И он хочет, чтобы я ему отдал бомбу. Они реально думают, что... Они теряют здоровье на этой штуке. Бля. У тебя в спине человек. Ну вот как-то так. В спине. Да не там он в спине, ты же его слышал. Ну сейчас он уже там может оказаться. 10 seconds left. Ну вот этот, который был в спине, он спустился вниз, ушел и там стоял, ждал. Я через центр пойду. А еще выматывают эти раунды. Все ж таки. Два раунда в игре, это уже тяжело. Ну, имеется в виду. Две... У меня вторая жизнь появилась. А, ну нам Спайка убили. Я ж подумал, это будет еще один мой фейл. Исторический. Я хз, где оппонент? У меня две жизни. Ульта так не работает. Ее надо кастовать, когда ты уже решил, где воевать будешь. On, она так не работает, понимаешь? То есть надо... Видишь, у него обратный отчет идет. О, они зашли наверх и спрыгнули. Unlucky. Но я попал в него, только летит.
кого он стреляет? А. Спасибо. Там был, да? Я же видел, там был. В смысле lost? В смысле, кто поставил? В смысле? Standing. Come on, let's go. Я все равно засчитаюсь как мертвый, да? Ну ладно, скорее за ульту обидно. Скорее обидно за ульту, потому что я ее потерял. Вообще очень хороший раунд. Я здесь сначала продавил чувака, потом там пробежал. То есть мы получили плюс 2 вот здесь. И там смогли вчетвером против троих поставить. Получился отличный раунд. И Sage наш заиграл нормально наконец-то. Не так, как до этого он играл. Стоит ли поднимать F-ку? Вау, хорош! Хорош! Йошика мы убили. Что-то меня тут зажали. Что-то меня тут зажали. Я запутался, что делать. Отходить. Вон он. Ну все умерли, просто все умерли, ребят. Обнулился раунд. Ух, какая тяжелая партия, просто. Ну все, я нашел, где мне играть. Мне надо через центр выходить, с той кармой сражаться. И она, типа, стоит за стенкой и не вылезает, насколько я понимаю. Я могу туда Ешку, то есть, кинуть, получается. Блин, у меня 13-15, ну у нас у всех равная статистика, считайте. То есть, видите, там 14, 17, там 21 килл только. Это единственный. У кого, типа, перевес по киллам. А. Бомба у меня? Так, наш отсюда кроет. Наши оттуда кроют. То есть мне надо эту точку только поддефать. А, вон. Фу! 12-9. Ну что, ребят, неужели мы выиграем эту? Пипец, я тут горел. Может изменить стратегию на last round? Ага, и слить партию? Нельзя расслабляться. До конца надо играть. До конца. У меня одна, и я получу ульту. Один килл, я получаю ульту. Или одна F-ка, я получаю ульту. Надо просто не умереть сейчас сразу. Враги там были замечены. Все, я получил ульту. По звукам это наш? Нет, это их был. Prepare for hellfire!
Бля, никого нет, серьезно? Серьезно, никого нет, ребят, приколите. Такой бред. Бля, я не успел. Надо было... А ладно, my bad. My bad, guys. Никого не было, приколите. Я выскочил под иксом, чтобы увидеть, кто где находится. Может быть, одного убить, пока буду вылетать на них. Но не вышло. Слушайте, если мы проиграем этот раунд, то мы, скорее всего, и следующий проиграем раунд. Потому что у нас не будет золота. Видите, мы все потратились. Кроме меня. У меня у единственного 8000. Надо будет кому-то вепонку сбросить. И я без ульты остался. Это большая проблема. А здесь мне надо было за угол зайти. Поставить за углом. И тогда бы у меня было время. 1 в 3, конечно, все равно бы, скорее всего, не выиграл. Но время было бы. Найс. Спайка на мобиле. Бля, у него есть ульта? Да, есть ульта. Найс, найс, найс. Правда... Правда, ты меня воскресила, но не прикрыла. Ну ладно. Ладно. Просто, ну, воскрешать надо тогда, когда ты прикрываешь человека еще, конечно. Она одна осталась против троих. Ясно. Ясно. Молодец. Ай, блин, если бы она... А, да там их трое шло сразу, тогда ничего бы это не дало. Так, надо кому-то что-то купить. Как сбрасывать оружие, ребят? Нога? Я потому что могу купить. Так я же сбрасываю. Ладно, за счет моих денег мы остались в игре все еще, потому что я всем посбрасывал вепонки, какие были. Зря, может быть, здесь пошел. Сколько у нас? 4 на 4 осталось, да? Нас всех видит. И не попал, да? Наш дроп, он вообще в другом месте оказался. Да ладно, ну Риу ты! Ну Риу ты! Ну Риу ты! Ну блин, я успел! Ну хотя, какая разница? Надо брать все в свои руки. Надо брать все в свои руки. О, просто все в свои руки. Бля, мы походу не пройдем эту точку. Что-то какой-то бесперспективняк. Я прям чувствую бесперспективняк. Просто рашим. А где? Почему не ставится? Почему я не могу поставить? Что за бред? А, надо выше подняться, жесть. Все, и дефендим как можем. Так, сзади дефендит кто-то? Сзади только я, да, получается?
Лол, мы выиграли? Guys, good job. Все, микрооргазм есть. А вы еще говорите, что говно игра. Где говно игра? Супер игра, потрясающая игра. И это еще она даже в бете находится, не вышла, понимаете? Какой-то мусор далее.